А? Да. Все, слышу. Че, короче, ребята звонили, вот этот ваш комитет конченый. Нас, говорит, в этом, в Украине нету. Представляешь? Мы на обучении. Ну, блин, мы знаем. Мы уже во все инстанции писали. Всем вообще все равно. Трупов вы тоже не дождались, и их вряд ли пришлют в ближайшее время. Литр молока? Чего труп не пришлют? Мертвых, мертвых. А их полно, и лебедянских, и липецких. Обалдеть. И что, вас ну там оставят? А? Вас там оставят? Никуда нет, может, в части. У вас там не меняют ничего? Ничего, нас сейчас отодвинули на вторую линию. Где-то впереди стреляют, а мы сзади тут пока в окопах. Жрем, спим. Но мы... А Игорек звонил, говорил, там у вас кушать нечего. Нечего, согласен. Вообще нет еды. У кого денег нет, тот пшеницу с поля жрет, проросшую. И у нас зэков привезли с тюрьмы. Ну. Их куда-то завели вперед. А мы сидим, как заградотряд. Кто назад побежит, замочь. Какой-то кошмар. Ну, а у нас так поставлено. То есть мы сидим вторые, охраняем первых. Сзади нас еще линия, туда тоже не вернешься. То есть убежать нереально, свои пристрелят. Но днем можно еще, а ночью точно. Ночью разбираться никто не будет. Если кто-то идет, его надо замочить. Понятно. Ну, по сравнению с тем, что было, мы сейчас вообще отдыхаем. Там мы, кроме минометов... Кроме минометов мы там ничего не видели, артиллерии по нам били. Ребята вон даже... Какой. Ребята даже в людей успели пострелять некоторые. Сейчас, подождите, я пробью. Это ужас какой-то, это просто какой-то кошмар. Ну, да. Ну, а мы тут, блин, мы писали уже всем, я не знаю, звонили тоже всем. Я не знаю уже, что делать, куда еще писать. Игорек, он тоже, ему мама сумку хочет собрать с вещами. Он говорит, куда ее везти? Нас нету. У нас война. Да хоть бы вас вернули бы куда-нибудь в другую сторону. У нас война. Почему те на обучение, а вот вы там? Так и мы по информации, мы на обучение. По какой информации? У кого есть такая информация? Ну, у кого? У министерства. А по факту-то? Ну, да.